Грузинский силач Лаша Патарая в очередной раз удивил зрителей своей мощью, протащив грузовик весом более 8 тонн. Не каждому богатырю это под силу, но что еще более удивительно, спортсмен тянет грузовик собственным левым ухом. Новый личный рекорд 32-летний атлет установил только со второй попытки. Я поднял этот вес, чтобы побить свой предыдущий рекорд в 7850 килограммов. Сегодня я протащил 8,5 тонн. Лаша – чемпион Грузии по греко-римской борьбе. Собственный вес силача – 94 килограмма. Прежде чем перемещать такие тяжести, спортсмен серьезно тренировался. Помимо прочих крупногабаритных предметов, на его счету 4-тонный минивэн и даже 8-тонный вертолет. Через 2 недели Лаша планирует превзойти сегодняшнее достижение, а заодно и снова попасть в книгу рекордов Гиннесса.